Осень пришла внезапно. На этой неделе в Кировской области ожидаются заморозки. По прогнозам кировских синоптиков, уже в среду в некоторых районах температура воздуха опустится до 0 градусов. На почве до минус 1. Такие же холодные ночи ожидаются в четверг и пятницу. При этом днем будет достаточно тепло, до плюс 20 градусов. К концу недели возможен небольшой дождь. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус говорил, что последние дни августа и начало сентября будут прохладными. Что касается бабьего лета, пока синоптики затрудняются сказать, когда оно придет и как долго продлится.